Вот сейчас будет то, что я тебе говорил. Это все хорошо. Вот момент, когда ты скажешь, я тебе говорю себе. Вот, Андрюша, что делает Бог через нас, через людей, поистине. Этого не может быть. Может. Может. Это лишнее, когда он может. Вот сейчас ты смотрел так, как надо. Там надо было это, крупного плана сделать. А, там не получилось, я пробовал так. Там просто это, нет материала, над чем поработать. Просто ложку как попало держать. Нашел я крупный план. Может быть, без ложки надо было сказать тебе, нет? Мне надо было без ложки, именно. Раз ложка перескочила, я уж там пустил плащ черный. Вот, Андрюша, что делает Бог через нас, через людей. Поистине. Этого не может быть. Вот сейчас ты смотришь, как правильно смотрит в глаза твои. Вот. Когда человек не говорит, а смотрит, но взгляд его передает то, что как бы требуется тема сама. Вот. В тему такой взгляд. Вот о чем я тебе говорил сегодня. Но это уже прочувствовать надо, как бы понимать, или, ну, может быть, не все понимают, но, ну, мне вот этот, я когда смотрел «Однажды в Америке» фильм, вот он совершил, мне два фильма совершили большое, это офицеры, военный фильм наш, советский, «Слонавэм», и второй фильм, это 85-й год, «Однажды в Америке». Вот там Роберт Де Ниро, он там мало где что говорит, но его взгляд, это говорит, полфильма можно смотреть, как он только молчит. Вот, Андрюша, что делает Бог. Вот я об этом взгляде и говорю. Нас, ты понимаешь, я о чем говорю? Поистине. Этого не может быть. Вот, вот он взгляд. Вот. Все.